для Краснодарского края Сочинский форум – это такая очень важная, ответственная площадка, которая, вот, которая нашла свою специализацию. И сейчас при поддержке Министерства регионального развития, Министерства экономического развития уже совершенно четкую нишу свою форум занял. И то, что мы обсуждаем вопросы такого порядка здесь, на этом форуме, это очень-очень важно. Тем более важно для Краснодарского края, который является важным аграрным, транспортным, промышленным, курортным центром страны. Ну, могу только сказать, что в реализации сейчас находится 280 с лишним крупных инвестиционных проектов на общей стоимостью более 1 триллиона рублей. И по результатам реализации этих инвестиционных проектов мы ожидаем создания более 37 тысяч новых рабочих мест. В 2012 году в крае введено в эксплуатацию 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Мы приближаемся к цифре 1 квадратный метр на жителя, у нас 5,3 миллиона населения. Это на почти 20% показатель превышает показатель предыдущего года. Так вот, в Краснодаре построено при населении 900 или около 900 тысяч населения. Количество построено уже почти 1,5 миллиона квадратных метров. То есть они эту цифру превысили. Большие перспективы у края в сфере развития международных морских воздушных перевозок, трубопроводного транспорта и индустрии стройматериалов. При этом значительный процент прироста промышленного потенциала дают прибрежные территории Черного Азовского моря. При этом их посещает, при том, что они промышленные, портовые комплексы, посещает более 11 миллионов отдыхающих в год. Экономика, географические условия северного побережья Черного моря и Азовского побережья, близость международного фарватера, хорошие глубины определяют активное развитие портово-промышленных комплексов. В крае 9 морских портов, открытых для международного сообщения. Около 30% внешнеторговых транзитных грузов проходит России, проходит через порты Краснодарского края. Две небольшие агломерации, но очень важные, это Новороссийская и Туапсинская. Они обеспечивают перевалку более 132 миллионов тонн грузов в год. При этом существуют порты Сочи, Анапа, Геленджик, которые в санаторно-курортной зоне расположены, занимаются новыми пассажирскими перевозками, но свой вклад в развитие перевалки коммерческих грузов тоже вносят. Минтрансом России по согласованию с администрацией Краснодарского края утверждена генеральная схема развития нового порта Тамань. В год он будет после ввода в эксплуатацию почти 35 миллионов тонн переваливать. Это говорит о том, что позиционирование края как аграрного региона сейчас меняется. И тут конфликт интересов возникает. Андрей Александрович, мы эту тему с вами обсуждали. Как в регионе, сориентированном на агропромышленные комплексы и на курорты, без потерь для этих двух очень важных составляющих развивать портово-промышленный комплекс. Это можно сделать только методом разработки градостроительной документации, документов терпланирования, которые позволят сбалансировать эти разнохарактерные отрасли экономики и сохранить этот баланс. Для сохранения баланса отрасли экономики разработаны проекты округов горной санитарной охраны, завершены или находятся в стадии завершения и согласования генеральные планы Сочи, Новороссийска, Анапы, Геленджика. Вот они представлены. Не надо так быстро, надо дать возможность людям увидеть. Вот генплан Новороссийска, который получил медаль Академии архитектуры и строительных наук России. Уникальный проектный документ, который предусматривает серьезное развитие портово-промышленного комплекса и при этом развивает впервые за всю историю Новороссийска курортную составляющую. Как я сказал, очень интересный генплан Анапы. Вот нам пришло сообщение, я поблагодарил наших коллег из Минрегиона за поддержку. Только что мы получили согласование Минрегиона по новому генеральному плану и надеемся до конца года его утвердить.